Здравствуйте, я Дмитрий Шевчук, я мастер-тренер Академии Голтиса. В этом видео я вам расскажу о исцеляющем импульсе, о личном опыте, почему именно эта система, почему именно система Голтиса с его правилами. Во-первых, я искал для себя реабилитации после операции на позвоночнике. Мне врачи сказали, все, инвалид, 1,5 кг в каждую руку, никакого спорта, никаких тренажерных залов, велосипеда, кайтсерфинга, мотоцикла, гор, поход, рюкзаков, все, табу. Но в этой системе я для себя нашел то, что мне так было необходимо, это восстановление, реабилитация благодаря тем правилам, которые есть в физкультуре Голтиса. Они универсальные, и это квинтэссенция. Там есть абсолютно все для того, чтобы реабилитироваться, нарастить мышечную массу, похудеть, нормализовать вес. И самое главное, что система исцеляющий импульс, она практикуется в одиночной камере, даже в одиночной камере. Ничего абсолютно не нужно, только сила сопротивления, самосопротивление, земное притяжение и свой вес. Это есть у всех, в избытке иногда даже. С этой системой можно заниматься дома, на кухне, во дворе, на даче, в походе, в горах, в пустыне, в любых условиях. Система настраивается. По системе могут заниматься как дети, люди с синдромом ДЦП, также взрослые, пожилые люди и даже спортсмены. Она настраивается для всех и имеет очень много степеней настройки увеличения нагрузок. В системе есть увеличение постепенной нагрузки по ступеням. Каждый год можно расти и обучаться этим принципам. В системе есть 7 групп, благодаря которым любой человек получает свою оптимальную нагрузку. И есть обучение. Обучение, как правильно двигаться, почему тело должно совершать именно такую траекторию движения, именно с такой амплитудой, именно с такой частотой, там, скажем, раз в неделю или через день. В обучении вы получаете полностью программу индивидуальную, настраивается под вас. И таким образом вы можете сами себе быть тренером. Вам никто не нужен после обучения. Также вы, нужно понимать, экономите на походах в спортзал, а это деньги, это время самое главное. Вы экономите ресурс свой. Например, в спортзал полчаса-час, назад полчаса-час. Раздеться-одеться полчаса, сама тренировка 1,5-2 часа, да, 3-4 часа в день. Это очень много. В современном темпе не каждый человек может себе позволить столько времени заниматься полноценно. А система вам это дает в домашних условиях, либо без отрыва, там, скажем, от производства, от офиса, либо от ребенка. Мужчины, женщины, бабушки, дедушки, пожилые люди, дети, ДЦП могут все заниматься. С индивидуальными настройками, подходами система адаптивна и подходит абсолютно каждому человеку. Поэтому приходите, пробуйте, обучайтесь, и я вас проведу и все вам покажу. Лично сам занимаюсь 6 лет и самое главное для себя получил реабилитацию и теперь полноценно занимаюсь в тренажерном зале со штангами, приседаю, становые тяги делаю, толкаю над головой для плеч и с позвоночника у меня все хорошо. 6 лет я занимался по системе, продолжаю дальше заниматься, но с личными настройками и уже по другим ступеням и группам. Рад буду вас провести в мир здоровья.